В минувшие выходные самые спортивные семьи нашего города собрались в спорткомплексе «Кристалл» на настоящий праздник спорта. Каждый год для воспитанников детского сада «Кристаллик» и их родителей проводятся зимние спортивные игры. Не случайно в соревнованиях принимают участие и взрослые. Как считают организаторы, именно мамы, папы, дедушки и бабушки являются примером для своих маленьких чемпионов. С каждым годом у дошколят интерес к соревнованиям только растет, ведь главный приз – кубок детского сада, который целый год будет принадлежать группе, которая по итогам соревнований одержит победу. Такие игры данного формата проводятся в детском саду «Кристаллик» уже в пятый раз. То есть нашему детскому саду 6 лет, и практически с начала открытия детского сада мы вот практикуем проведение такого рода игр. А в этом году игры прошли под девизом «Россия начинается с тебя». И вот как раз русская тема выбрана не зря, потому что нам очень важно, чтобы патриотический дух царил вообще, в принципе, в России, ну и, конечно же, в нашем детском саду. Приятным сюрпризом в начале соревнований стало выступление творческих коллективов Бердска и Новосибирска. Танцы, песни и самое настоящее шоу силачей никого не оставили равнодушным. Ну а после выступлений начались настоящие соревнования для ребят и их родителей. Дети всегда с удовольствием и с радостью празднуют, принимают участие в нашем соревновании. Очень отзывчивые родители. Мы им благодарны, что они всегда нас поддерживают. Большое спасибо Ане Викторовне за то, что она всегда организует нам такие красивые праздники. Начались соревнования с эстафет в спортивном зале. Было много и совместных конкурсов, где дети соревновались вместе с родителями. Ну и, конечно, состязания для самых сильных. Любимое соревнование для пап – перетягивание каната. Стоит отметить, что в детском саду огромное количество спортивных семей. И не обязательно это профессиональные спортсмены, хотя и таких там достаточно. Большинство родителей – сторонники здорового и активного образа жизни. Такими же они стремятся воспитать собственных детей. Мы первый раз участвуем, нам очень нравится. Мы не ожидали, что это мероприятие будет проведено на такой высоте. Здорово, организовано, очень весело, интересно. Правда, мы немножко тут грустнули, у нас мало, плохо получается. Ну, а так все очень здорово. Мы пришли всей семьей, дочь, муж и сын, и я. Такие мероприятия для детей нужны, чтобы как бы дух соревнования прививать им, то есть чтобы они как бы учились с малых лет заниматься спортом, то есть любили спорт, то есть активный образ жизни. После эстафет в спортивном зале состязания продолжились на улице. Для взрослых – старинная русская забава. Соревнования – стенка на стенку. Стрельба из лука, поднятие гири и многое другое. Ну а для дошколят организаторы подготовили и развлечения. Малыши с удовольствием катались с горок и на лошадях. В это время жюри подводило итоги соревнований зимних спортивных игр 2017. Уже по традиции обладателем Кубка детского сада стала выпускная группа. И неудивительно, ведь и ребята, и их родители за несколько лет участия набрались опыта и сил, чтобы стать настоящими чемпионами.